50-летнюю российскую актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк выписали из столичной онкологической клиники. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Звезду сериала «Моя прекрасная няня» забрал домой ее супруг, фигурист Петр Чернышов. С сентября прошлого года Заворотнюк находилась в частной клинике, где проходила лечение от последствий глиобластомы головного мозга, диагностированной ей в 2019 году. Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов в разговоре с изданием сообщил, что средняя продолжительность жизни 4 из 5 пациентов с таким диагнозом – 1,5–2 года. 4 года жизни – это очень хороший результат. Хотя такие пациенты могут быть и полностью излечены, если опухоль удается удалить и удачно провести лучевую терапию, чтобы уничтожить микроскопические остатки, объяснил Долгополов.